И вот очень бы хотелось, чтобы, конечно, с одной стороны, был больше запрос у людей на фактическое понимание того, что происходит. Если этот запрос будет появляться, ну, то есть вот, если больше людей будет понимать, да, почему все сложнее и сложнее кому-то доверять, то это встанет вопрос про то, что у нас происходит, как это работает, там, и так далее. И таких людей уже будет трудно надуть. Если нет, то будет работать KMG-аналитика, которая пока довела только до Брекзита и Трампа, а дальше доведет. Не будем называть место.